задача, я предлагаю, так сказать, переместить наши взоры с вами, да, на самую яркую часть нашего офиса, это наша витрина. Значит, на витрине представлены у нас все основные, пожалуй, наверное, топовые, можно сказать, модели оборудования телефона, которые наиболее актуальны сейчас в условиях нынешнего рынка. Да, значит, безусловно, хотелось бы, как сказать, приковать ваш взгляд, да, к основным нашим новинкам, а именно это айфоны 4G. Это, к сожалению, сейчас они не секрет, да, являются определенным дефицитным продуктом, но в данном офисе и в нашем офисе, да, вы, что называется, без проблем можете приобрести как 16-гиговый, так же и 32-гиговый. Что еще хотелось бы отметить? Что у нас появилось в новом офисе, да, того, что, пожалуй, может быть, не было ранее? Значит, сейчас наш абонент может, во-первых, как познакомиться с нашей передовой новой технологией, это цифровое телевидение, и, соответственно, протестировать его, понять все его преимущества, и, соответственно, в этом ему, безусловно, помогут наши консультанты. И потом, я думаю, что когда уже мы немножко перейдем в более такую неформальную часть, да, непосредственно консультанты уже вам покажут, как это все работает. И вторая наша новинка, да, которую мы сейчас, скажем, запустили во всех эксклюзивных салонах, в том числе и в этом офисе, это вот, я попрошу вас развернуться немножко, да, это стоечка, которая позволяет абоненту протестировать наш 3G модем. То есть в режиме онлайн абонент, если заинтересован приобрести наш модем, соответственно, он может обратиться к консультанту, который ему четко, подробно расскажет, как это все работает. То есть тут есть специальная программа, которая позволяет тестировать скорость в режиме онлайн. То есть потом, что называется, добро пожаловать, да, подходите, Кирилл с удовольствием вам все это покажет, расскажет, объяснит, как работает. Да. Значит, ну, теперь я хотел бы, наверное, еще раз, просто поскольку мы уже, я сказал, да, что у нас есть наши специалисты, основной, наверное, также лицевая наша часть, да, это наша стойка, что называется, ресепшн, можно так сказать, да, стойка обслуживания, на которой, опять же, да, абонент, подойдя к ней, он мало того, что может получить очень профессиональную консультацию от наших специалистов, он также, если, допустим, он заинтересован приобрести номер, подключиться, да, он может выбрать понравившийся ему номер и, соответственно, к нему подключиться. Плюс в тот момент, когда специалист, допустим, выполняет какую-то работу, да, и отвечает на какие-то там запросы абонента, дабы абоненту не было скучно, мы специально установили некие фоторамки, да, на которых крутятся основные наши все имиджи, да, и основные актуальные тарифные предложения, которые востребованы на данный текущий период времени. Значит, рамки постоянно у нас обновляются, поскольку, как я уже говорил, да, компания Билайн достаточно динамичная компания. И вы это, я думаю, что уже тоже могли все заметить, да, с тем количеством тарифных предложений, которые сейчас существуют на рынке. Теперь я думаю, что я плавно передам, наверное, слово нашим коллегам из сегмента B2B, да, потому что мы в этом офисе специально оборудовали отдельную комнату для обслуживания наших корпоративных клиентов. В офисе корпоративных продаж и обслуживания вы в комфортных условиях можете подключиться к любым услугам Билайн Бизнес, получить консультации по тарифным и продуктовым решениям, решить вопросы, если вы наш существующий клиент, связанный с обслуживанием, совершенно широкий спектр вопросов. И также хочу представить стенд, да, который мы сделали. Это такое достаточно инновационное решение, где вы можете все наши продукты, все наши инновации потрогать руками, посмотреть, как они работают, и потестировать. Да, вот, чтобы было наглядно, могу вкратце рассказать про одно из наших решений. Поскольку мы являемся интегрированным оператором связи, мы предоставляем услуги фиксированной и мобильной связи, доступа в интернет для юридических лиц. Очень важным и интересным нашим продуктом это является продукт FMC, Fixed Mobile Convergence, да, когда мы объединяем в одну сеть и фиксированные телефоны клиента, и мобильные телефоны клиента. Я могу просто для интереса продемонстрировать, как это работает. Я со своего мобильного телефона, набирая короткий номер данного абонента в офисе, вот просто короткий номер, без длинных цифр, я звоню и
Макс. Да? Что там? Не набрался? Пробуем еще раз. Коллеги, но, как обычно, на открытии бывают разные сложности. Ну, в общем, все продукты работают, можно подержать в руках, попробовать, выбрать удобную модель, получить консультацию, посмотреть презентацию, потестировать, пощупать, потрогать и определиться, что нужно для вашего бизнеса. Точно так же различные предложения тарифные вы можете взять на стендах, ну и получить, в общем-то, весь спектр обслуживания, если вы наш корпоративный клиент и только собираетесь им быть. Всех ждем, с радостью в гости. Спасибо.